Здравствуйте. Кто не рад подаркам? Наверное, нет такого человека, особенно когда дети дарят уже родителям, а не родители детям. Это вдвойне приятный очень подарок. Вот мы получили с мужем такой подарок от старшего сына с невесткой и сну от внуков. Песенка твоя нежная мне издалека слышится. До сих пор храню бережно поясок тобой вышитый. Мамина любовь светлая, мамина слеза горькая. Встречи до чего редкие, расставание боль моя. Жаль, тебя обнять я могу только лишь в мечтах, только лишь. Мама, ну скажи, почему до утра опять ты не спишь? Почему уснуть не дает шорох одиноких ночей? И болит сердечко твое за давно уже взрослых детей. Я к тебе вернусь по весне, позвоню тихонечко в дверь. Ты не переживай обо мне, береги себя, не болей. А пока обнять я могу только лишь в мечтах, только лишь. Мама, ну скажи, почему до утра опять ты не спишь? Почему уснуть не дает шорох одиноких ночей? И болит сердечко твое за давно уже взрослых детей. Пятнадцать минут, у меня гора. Вот, пожалуйста, тостов к чаю готово. Сейчас мы возьмем один. Попробуем разрезать, как он получился в разрезе. Вот такой вот у нас получился. Там колбаска и сырок. Расплавился полностью колбасочка под